Вот, ребята, сижу, кормлю своих рыб, получаю удовольствие вечером уже. Сегодня 12 июля. Вечера. Вон, на улице темнота уже. А у нас тут вот прожектор уже подвесил. И вот так вот водичка течет, циркулирует. Корм вот в банке замачиваю. И вот так вот сыпем. Или выливаем. Там вот с водой. Одно удовольствие за ними наблюдать, как они плавают, кушают. Вот моя самая первая рыба из пяти карпов кое, вот темная, с черным пятном. Осталась только одна. Все остальные погибли по разным причинам. Кто-то укуса пчел, кто в прошлом году задохнулся зимой из-за нехватки кислорода. Комета в этом году последняя умерла. Ну, комета у меня их две всего было. Вот комета тоже прожила 5 лет. И тоже обнаружил я ее мертвой. Не знаю, почему она умерла. Ну, жаль, конечно, надо завести хотя бы несколько. Она была очень красиво с валевым таким хвостом. Ни одной сейчас у меня не осталось кометки, жаль. Ну уж как есть. Вот они уже все съели. Сейчас мы им еще добавим. Делайте прудики небольшие. Это не так затратно, если они очень большие. Да, конечно, требует внимания. Надо очистки, обслуживания. Но в целом это больше удовольствия приносит, чем хлопот. Всем удачи. Пока.